Друзья, привет, меня зовут Любомир Борода, и сегодня у нас с вами пойдет разговор о бороде, да? Я запилил объявление в Facebook о средствах по уходу за бородой, и тут я наткнулся на комментарий, где было написано: «Дожили! Средства по уходу за бородой! Дожили!» И тут мне пришла в голову мысль, а почему бы не снять ролик о бороде, об этих средствах и почему это все вообще происходит. И самое интересное, что этот комментарий же был не первый. А если бы он был единственным, я бы вообще не обратил никакого внимания. А тут я подумал, что все-таки, наверное, людям будет интересно, если им немножечко разжевать. На комментарий про «дожили» хотелось ответить: да лучше бы ты, блядь, не дожил. Обычно, когда пишут такие комментарии, все время хочется так ответить. Но не будем грубить, и давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Многие олицетворяют бородачей с брутальными людьми, и они считают, что брутальный человек не должен, наверное, пользоваться никакой косметикой и вообще ничем, потому что он же брутальный, он же бородач, он же лесоруб, черт возьми. Но опять же, все брутальные люди и лесорубы, и спортсмены, и качки, и байкеры, и прочие, они принимают пищу, они рубят лес. И, соответственно, для того, чтобы не выковыривать заплесневевшую еду из своей бороды, людям свойственно ухаживать за собой, а по крайней мере мыться. А мы же чистим зубы. Вот. И, или нам надо быть брутальными, не чистить их и ходить с налетом и дышать как бомжара, например, на всех окружающих тебя людей, потому что ты, блядь, брутальный чувак. Или все-таки мы их почистим? Мы моем волосы, мы моемся сами, правильно? И для того, чтобы помыть волосы, помыть себя самого, почистить зубы, мы покупаем необходимые средства для мытья и для соблюдения необходимой гигиены. Вот. Соответственно, если человек решил отрастить бороду, то за ней тоже нужен соответствующий уход. И заблуждаются, когда думают, что бороду отращивают те, кому лень бриться. Типа на бритье человек тратит очень много времени в своей жизни, а бороду, ну, бороду отращиваешь и, пожалуйста, как бы и экономишь время. А если вы хотите, чтобы у вас была нормальная борода, от нее не воняло, она нравилась женщинам, вам самим было приятно, то, соответственно, за бородой нужен уход. И уход этот занимает времени не меньше, чем занимает времени ваше бритье. Вот, потому что это такой же уход за кожей, уход за вашей внешностью. Вот, и, соответственно, мужчина тратит времени как на бритье, так и на уход за бородой одинаково, если этот мужчина не черт и не вонючий, например, какой-то бомж. Вот, сами представьте, то, что это волосы. Вот, если за ними не ухаживать, вот вы пробовали не ухаживать за волосами на голове? То есть, ну, кто-то моет каждый день, кто-то моет там через день. Есть, конечно, люди, которые моются по пятницам. Люди всегда стараются их мыть для того, чтобы она не чесалась, для того, чтобы она нормально пахла, для того, чтобы не было никаких болячек, и чтобы волосы выглядели хорошо, качественно, и вам было приятно их на своей голове иметь. Кому не нравится иметь волосы, тот бреется на лысо. Точно так же, кому не нравится иметь бороду, тот также ее сбривает. Чем волосы на бороде отличаются от волос на голове? Они более жесткие, они имеют другую структуру. Плюс при активном образе жизни эти волосы пачкаются намного быстрее, потому что мы едим, и мы пьем, и остатки пищи волей-неволей каким-либо образом они все равно попадают. Даже если вы вытираете салфеткой, все это у вас аккуратно, вы попробуйте съесть бургер с бородой и усами. Это полнейший мрак. Попробуйте попить пиво, чай и прочее. Все равно все это будет проливаться. Помимо этого, даже если вы как-то изолируете бороду при приеме пищи и будете очень аккуратным, при занятиях спорта, при каких-то активных действиях, когда кожа, ну, вы начинаете потеть, все капельки пота, они опять же стекают сюда в бороду, и они здесь оседают. И представьте, если мы не будем за ней ухаживать, и мы не будем за ней следить, и мы не будем ее мыть. Вот стоит, даже мне, например, был такой опыт, стоит попьянствовать пару дней и забыть про то, что надо помыть. Вот это вот все дело начинает
пахнуть каким-то засанным вагоном метро. То есть, представляете, оно же все находится у вас под носом, и вы все это ощущаете. И вы представляете, как это ощущают другие люди. Поэтому, опять же, говорить о том, то, что брутальный мужчина не должен ухаживать за своей бородой, ну это бред, блин. Потому что брутальный — это не значит чмошный, правильно? Это не значит, блин, вонючий. Кожа под бородой, она часто пересыхает, потому что она не всегда получает необходимое количество ультрафиолета, так как она скрыта под волосами, и не всегда получает необходимое количество витаминов. Поэтому придуманы масла, поэтому придуманы бальзамы и все средства по уходу за бородой. Для того, чтобы увлажнить, так сказать, почву, вашу кожу, мы увлажняем почву для того, чтобы всход был хороший. Поэтому, когда вы встречаете где-то в интернете или там, ну, на просторах интернета, либо в разговорах такие выражения, как средства по уходу за бородой, вы не думайте, что это про гомосексуалистов. Это точно такие же средства, как и для бритья, как и для мытья, так и для чистки зубов и дезодорант, например, которым вы смазываете свои подмышки перед тем, как выйти на улицу. Это необходимые средства для гигиены. Вот когда-то мне казалось, то, что у меня крутейшая борода, это было несколько лет назад. Сейчас я вам покажу фотографию. Вот, и я думал, то, что вот это я бородач. И мне казалось, что она у меня классная, хорошая, но она была на самом деле очень сухая. Вот, у меня все это там чесалось, но мне почему-то тогда казалось то, что, блин, это круто, и это, наверное, у всех так. Вот, но я стал все-таки пробовать за ней поухаживать, начал там с бальзама для бороды, и в итоге понял то, что как, блин, я раньше не мог до этого додуматься. Опять же, когда вы пользуетесь бальзамами, когда вы пользуетесь маслами, вы вашу бороду можете расчесать, представляете? А я когда хожу к своему барберу постригать бороду, он говорит, ты один из немногих, чью бороду легко расчесать, чтобы не сломать зубья у расчески. Представляете, есть люди, которые, ну, отращивают бороду, и они, ну, не задумываются над тем, что, оказывается, бороду можно расчесывать. Вот. И ее нужно расчесывать для того, чтобы, блин, ну, волосы были здоровы, а не спутаны какой-то чепухой. Вот. Ну и, соответственно, так как я являюсь обладателем бороды, обладателем небольшого бренда для бородачей, для брутальных мужчин и женщин, которые любят путешествовать. У себя в наличии в том же магазинчике я имею несколько видов различных средств по уходу за бородой. И сейчас я не буду прям рекламировать то, что вы должны у меня все это купить. У меня не такое огромное количество всякого ассортимента, но кое-что есть, и я просто воспользуюсь этим для того, чтобы вы имели представление, какими средствами бородатые мужики ухаживают за бородой. Вот то, что имею, то я вам покажу. Мыло. Просто мыло для бороды. Мыло натуральное, сваренное вручную, хорошим бородачом. Опять же, хочу заметить то, что практически всю косметику для бороды разрабатывают бородатые дядьки, и много из них хендмейдовые, то есть это не масс-маркет, который вы можете купить в каких-то там супермаркетах, а это именно классная, клевая, испытанная на себе косметика. Ну, соответственно, мыло. Мыло этим можно как мыть бороду, так и использовать ее для взбития пены, для бритья. Масла делают разные бренды. Вот Cesar Hands украинский, вот Blue Beard у меня тут есть, потом сейчас еще покажу, какие они бывают. Вот, например, Grey Before Shave, это, наверное, мое любимое маслице, ну, сам бренд, вот еще такое у них есть, чтобы мухи не кусали. Вот, как использовать масла, я вам сейчас покажу, и для чего они нужны. Масло я все время использую, когда принял душ, и моя борода высохла. Она становится суховатой, потому что вода высохла, получается, выжила, вы вымыли все жиры, и борода достаточно сухая, и не очень она такая, как сказать, приятная. Ну, она как бы создает, возможно, даже как бы небольшой зуд. И если просто с такой бородой выйти на улицу, то к вечеру будут очень неприятные ощущения. Вот, поэтому очень хорошо после душа увлажнить это дело маслом. Мое масло
Грей Бифо Шеф. У него такая вот классная есть пипеточка. Набираем необходимое количество на ладошечку. Хорошо растираем. И наносим. Наносим на бороду, пытаясь попасть на кожу и промассировать кожу. Также не забываем об усах, потому что, например, под усами тоже очень часто сохнет кожа. Бывает перхоть или раздражение такое, бывает такая краснота прямо вокруг усов. Чтобы этого ничего не было, как раз очень хорошо пользоваться маслами. Определение масел по бороде помогают вот такие щетки. Они мелкие, жесткие и как раз очень хорошо, видите, вычесывают. Очень хорошо распространяет масло по всем волосам. В труднодоступные участки попадает. Как-то так. Вот, помимо масел, существует, например, вот такая вот пенка у компании Razel. Этой пеной использует, она считается как дезодорирующее средство. То есть, когда вы находитесь в дороге или еще, ну, у вас нет возможности продезинфицировать вашу бороду, помыть ее где-то, эта пена очень классно с этим справляется. То есть, вы ее также размазали, например, на руках, нанесли на бороду, вот, вычесали какие-то там остатки еды, если они у вас есть. Ну, а в остальном она помогает вам справиться с остатками питья, так сказать, да, потому что какой-то там чай или там кофе, который у вас немножко пролился на волосы, вы сами не заметите, но это уже не кайфово. Вот это дезодорирующее средство, грубо говоря, помазал, сразу же и помыл, и еще и уложил. Ну, то есть, очень классная штука. Такие, как бы, тоже бывают, представляете, до чего додумались. Вот, потом существует ряд, существует бальзамов для бороды, бальзамов и микстур. Тут уже натуральные масла и воски, то есть и различные всякие витаминчики, то есть средства без химикатов, которые помогают вам укладывать вашу бороду и в то же время витаминизировать и, так сказать, снабжать ваши волосы и кожу под этими волосами всеми необходимыми для здорового роста волос компонентами. Они бывают разные. Далее, если пользоваться только маслами, то борода у вас будет распушаться. Она потому что становится очень мягкой, волосы очень хорошо расчесываются. Например, вот смотрите. Вообще без проблем. Но и в то же время она не будет держать форму. Если борода побольше, волосы немножко, ну, как жидковаты, то да, под тяжестью масла она будет держать форму. Но часто бывает борода от использования масел непослушная. Волосы здоровые, кожа хорошая, ничего не шелушится, нету никаких там перхоти и прочей, но борода в разные стороны. Поэтому мы используем бальзамы, бальзамы-воски. Вот в данном случае я использую сейчас вот такой вот бальзам Razel. Но это не показатель, бальзамами можно пользоваться разными, опять же, на вкус и цвет, то есть кому как нравится. Мне этот очень нравится, но когда он закончится, я по-любому буду пользоваться каким-то новым. Вот. Долгое время пользовался бальзамами от компании Manly и, скорее всего, продолжу ими пользоваться. Просто мне интересно тестировать какие-то другие продукты. Мы берем на ноготь бальзам и растираем его на ладошках. Вот. И так же, как в случае с маслом, наносим его на бороду. А теперь в обратную сторону.
Хорошо иметь в арсенале вот такую вот щетку, потому что ей очень удобно придать форму вашей бороде. Например, если когда у вас что-то закручивается, там, или куда-то не туда растет, как раз когда вы наносите бальзам, вы можете ее хорошо расчесать и придать ей форму. То есть там, где у вас закручивается, вы можете такими всякими движениями делать правильное, нужное, заданное направление вашим волосам. А часто многие вроде как бы уже готовы начать пользоваться бальзамами, маслами и ухаживать все-таки за своей растительностью, но они боятся, что борода будет жирной, будет пачкать там шею, воротники. А если вы пользуетесь маслами, то пользуйтесь ими не перед тем, как приняли душ, просушили бороду, использовали масло и на какой-то момент подождали. То есть это вы можете делать перед сном, либо это делать с утра, когда принимаете душ, например, перед завтраком. Вот. В то время, пока вы будете принимать пищу, как бы, когда будет завтрак, все масло впитается, оно не останется нигде. То есть масло очень быстро впитывается, но, конечно, не стоит его наносить перед тем, как сразу надеть, например, белую рубашку, потому что где-то вы можете мазнуть до того момента, когда оно впиталось. Вот. А с бальзамами. Бальзамы впитываются точно так же быстро. Вот, и, соответственно, бальзам можно уже наносить даже перед выходом, когда вы одеты, стоите в прихожей, и вот вам пора выходить. Вы уже готовы, начищены, и все у вас классно. Вы нанесли бальзам, что делать с руками? Они у вас жирные. Вот. Это очень легко промакивается салфеткой. Даже не влажной, обычной салфеткой, просто бумажной. Вы хорошо промокнули, вот, и буквально там через несколько минут это все впитается в вашу кожу, в ваши руки, ладошки, и оно не будет липким. Если у вас нет времени на салфетке, быстренько, тепленько водичкой смыли, с мылом и полотенцем. Руки сухие, и ничего вы нигде не испачкаете. То есть это все делается очень быстро и очень легко. Ну и напоследок хочется сказать еще о том, что кто-то сейчас скажет, типа вот, дожили, да, напридумывали всякой вот этой вот фигни для того, чтобы смазывать бороду. А как же раньше, да вот эти вот бородачи, да крутые, блин, там богатыри, да вот эти вот ученые и мужики, там они же все носили шикарные бороды и не использовали косметику для, так сказать, бороды. И все же у них было хорошо. Вот, я не могу вам сказать, насколько у них было хорошо, я не знаю, там, чесалось у них или не чесалось, и насколько была борода ухоженной. Но насчет раньше, мне хочется сказать лишь одно. Раньше бабы свои прокладки в прорубях зимой стирали, а сейчас они этого не делают. Раньше письма голубями отправляли, а сейчас отправляют смс-очки. Если мир растет, развивается, и люди придумывают новые технологии, новые средства и облегчают себе какие-то процессы, то это нормально. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии про то, что, блин, дожили, либо приведите аргументы по бороде без ухода. Короче, пишите все, что хотите, и обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим видосом с бородатыми друзьями, с женами бородатых друзей, с девушками бородатых мужчин, ну и, соответственно, так дальше и тому подобное. Пока!